Привет-привет, с вами Нелогичный Лис, и сегодня мы продолжаем проходить Cat Mario. Конечно, тут какая-то неприятная ситуация случилась, в игре совершенно нет... Воу! Ну и зачем я это сделала? Вот, в игре совершенно нету сохранения. Блин, я надеялась, он его съест и умрет, ладно. Вот, в игре совершенно нет сохранения, поэтому счетчик моих жизней обнулился. Вот, но я надеюсь, это не станет причиной для расстройства. Так, да блин, ну я только что на нее упала. Фух, так. Запомнить, на втором кубике у нас шипы. Я прям не знаю, что со мной происходит. Слушайте, конечно, какая-то неприятная ситуация складывается, потому что теперь-то облачка невидимые! Что за фигня? А, ну да, конечно. Слушайте, мне кажется, если в первом уровне ловушки были такие, ну, слегка замороченные, я считаю, то здесь это просто, я не знаю, в раза в 3-4 их сделали сложнее. Ну, давайте вот... Ну, да. Так. Почему до этого этот кубик не появлялся никогда? А ну-ка, сейчас Лис будет применять стратегию. Лис может это сделать! Нет, не может, но я почти перепрыгнула его! О, ей! Вы видели? Вы видели? Кто здесь крут? Ну-ка, все. Слушайте, я боюсь выбивать эти ящики на самом... Да! Ай-яй-яй. Дурацкие. Улыбахи! Да! Вы видели? Вы видели? Так, вот здесь вроде так безопасно. Слушайте, а что там дальше ходит? Это... Воу! Я уже просто боюсь нас... нет! А, он один. Слушайте, может он это... Воу! Лис умеет применять стратегию! Лис умный! Лис мол... Молодец. Я уже боюсь, на самом деле, лишний шаг тут ступить, потому что у меня полное ощущение, что сейчас на меня что-нибудь свалится, кто-нибудь выпрыгнет, что-нибудь укусит меня. Вот, пожалуйста! Да, блин. Вот, надо... О, боже. Выбить этот гриб, пусть он его сожрет и умрет. Ха-ха! Так, слушайте, смотрите, вот, я опять добралась до этого момента. И что-то мне подсказывает, что не стоит наступать вот вниз, потому что тут такие, конечно, монетки даны. Вроде как, эй, иди, давай, съешь монетку. Но я-то знаю, что это ловушка, скорее всего. Так, давайте... Идеально. Интересно, а что будет, если просто с ним встретиться? Он, наверное, просто убьет меня. Так. Так. Вот так. Так, тут должна падать иголка! Что ты сделал? Зачем? Агрессия! Агрессия! Да блин, прыгай! Почему ты не прыгаешь? Достал! Злишь, сердишь, надоел! Придурочный кот! У меня даже кролик, он уже... У него уши веслоухие всю жизнь были. Так он уже уши поднял, с удивлением смотрит на меня. Какого хрена я тут творю? Ух ты! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что? Цветочек всегда был хорошим! Мне нужен суфлер, который будет ругаться матом вместо меня! Найдись, прекрасный человек! Я буду тебя обожать. Я не знаю, здесь... правда, почему-то зависает прыжок. Нет, больше я этот цветок есть не буду, хватит с меня. Оу!
Так. Ха-ха. По сути, я так думаю, что даже монетки, в принципе, собирать здесь не обязательно. Здесь не ведется никакой счет с монетками. Вот так вот. А то в прошлый раз у меня аж... Так. Фух. А теперь давайте аккуратно отбегать, если что-то вдруг резко начнет падать. Слышите, там внизу флажок, это же... А! Ха-ха! Не получилось! Вот. Там внизу флажок, это же сохранение. Давайте мы его съедим. Да пофигу, у меня есть сохранение! Ха! Оу! Боже, что происходит? Я даже сказать ничего не успеваю. Перестань, игра. Так, так. Фух, слава богу. Слава богу, с этой частью мы разобрались. Наверное, мы прошли уже где-то половину уровня. Я не знаю, честно говоря. Вот, но... Ну, давай. Ну, падай. Ура! Вот, это самое. Но просто это было что-то с чем-то, конечно, я вообще не представляю, что здесь еще можно ожидать. Я застряла на начале уровня. Как вы видели? Да... А, я так и знала. Нет, вроде... Ах, ну конечно, тюлень. Тюлень с неба. Игра, что с тобой? Почему ты себя так ведешь по-свински совершенно? Я не знаю, я специально взяла перерыв между записью этих двух уровней, вот. Ну, понятно, да, первого и второго. Просто потому, что я знаю, наэлектризовавшись уже на первом уровне, нормально пройти второй не получится. Но я понимаю так, что сейчас у меня не получается пройти... Второй уровень, начав его вот прям сразу снимать. Господи, я даже не могу нормально свои мысли выразить, потому что... А-а-а! Да блин, ну ты тупой кот! Слушайте, а может нет смысла? Давай, вали отсюда, мистер Желтый. Да не хочу... Я не хочу гриб! Я же... Почему? 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 Игра, перестань! Так. Так. И теперь... Да! Ну и кто здесь умняшка? Так, мне на бошку больше ничего не свалится. О, я просто прямо... золотые ручки. Прямо обожаю себя в такие моменты, когда я прям, ну, чувствую себя, ну, очень умным. Слушайте, вот это какая-то... Воу-воу-воу, тюлень, ты что, назад вернулся? Что с тобой не так? Слушайте, меня прям подозрения берут. Смотрите, какой там выступ странный. И вообще, непонятно, давайте... Да... Там же! А-а-а! Там же конец! Да-да-дай! Теперь! Так, нет, понизу я не пойду, потому что я в прошлый раз шла по вопросикам. Они-то точно вот не падают, с ними не... Ой, дурак! Ой, дурак! Каким образом кошка... Размером в 20 пикселей не может вписаться в грёбаный поворот! Как, киса? Как ты это делаешь? Я не знаю, я, наверное, слишком близко подошла к микрофону, уже прям кричу тут на него. Вообще, бедный микрофон, ты, он-то ни в чем не виноват. Ты садист. Игра садист. И создавал ее садист. Но играют в нее исключительно мазохисты. Абсолютно точно вам говорю. Нет ни одного нормального человека, который согласился бы по доброй воле в это сыграть. Давайте... Опа! О, ребята! О, все! Ха-ха, ты хитрый. Ты хотел обмануть меня? Так. Ребята, у нас есть кто-нибудь, кто хорошо, как это сказать, очень выразительно
использует ненормативную лексику. Мне нужен этот человек сюда, немедленно, сейчас же. Потому что я больше не могу. Мне нужен кто-то, кто озвучит мои мысли по этому поводу. Пожалуйста. Так. Ребята, скрестите пальцы, я вас умоляю, потому что я уже не знаю, что меня здесь ожидает. Правда? 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 Да! Это не конец, это только начало. Просто полнейшего издевательства надо мной. Господи боже, я не знаю, как я это буду дальше проходить. Учитывая то, что здесь нету сохранения, как я понимаю, здесь приходится все время все заново делать. Ладно, фиг с ним. Пусть будет так, я уже больше не могу на самом деле. В общем, ребят, извините, что данный выпуск скорее состоял из междометий, чем из того, что говорят обычно, когда проходит игру. Я вот серьезно, у меня трясутся руки опять, потому что настолько сильное раздражение я уже не испытывала давно. Настолько дикой обиды и желания что-нибудь разбить об голову разработчикам я вот реально давно не испытывала. То есть сегодня прям какой-то день невезения, да? Но тем не менее, все-таки удалось мне пройти этот уровень дурацкий совершенно. Господи, он мне, наверное, в кошмарах будет теперь сниться везде. Вот где будет там маленький лис прыгать несчастный. И все это делает то, что делает ужасный кот. Но, тем не менее, ребят, спасибо, что все равно остаетесь со мной. Спасибо, что смотрите эти, я считаю, не особо качественные видео, потому что, ну, блин, здесь так мало общения, но так много смертей и злости, и ненависти, и вообще всего. Вот. Спасибо вам большое все равно. Вы лучшие, вы моя поддержка, моя вера в меня. Вот. Ну и пока что я желаю вам оставаться умничками, берегите себя, пусть у вас все будет хорошо. И пока-пока, увидимся в следующем видео.